Да, сейчас посмотрим, камень это или волк. Белая. Ага, 5 сентября. Не, не камень. Ну, если это камень, то это камень с ушами и глазами. Бедненький. Лёг. Так что, это лев? Волк, волк. Подожди, сейчас я тебе его открою на экране, увидишь. Ты зачем ты? Подожди, я сейчас наведусь, и потом ты посмотришь. Так, я стараюсь, Жорка, не шатай, будет ласка. Ёлки-палки, где он делся? One more time. Это что ты будешь делать? О, видишь? Да, реально волк, я его заметил. Белый волк. Нет, желтый лев. Это белый бим черного уха. Пошли в жирафятник. Я буду вынуждена сделать свой громко говоритель тише. Поэтому прошу вас, во-первых, не шуметь. Во-вторых, ой, мы прям туда идем. Пошли быстрее, конечно. Я бы так быстрее. И отключить вспышку на фотокамерах. И сейчас подождем, пока предыдущая группа выйдет. Обратите внимание на... А ну, сынок, напяль на меня маску, а то у меня видео отключено. Хорошо. О, вон он. Вон он наш красавец. Красавец, смотри, как бегает. Бликуем, бликуем. Бликуем, бликуем, да не бликуем. Не, надо другой раз. Просто стесняться. О, здесь не бликует. Ну да. Кони в кое спят. Ладно, пошли, ребят. 5 сентября 2021 год, Харьков. Ой-ой-ой. Вот так будет красиво.